Я даже не знаю, что обсуждать. Это, по-моему, все украинцы давным-давно понимают. Это просто вопрос времени. Невозможно. Просто невозможно победить эту страну. Ні, вони нас дивують, вибач, вони нас дивують, ну, як тобі кажуть, ти коли чуєш подібні новини, або ще крутіші новини, вони дивують ідіотизмом, як то кажуть, вигаданки. Це ж треба таке вигадати. Дивуємося ми, дивлячись на людей. Тому що порядні, розумні і інтелектуально підковані люди, скажімо, вони до цього просто не допетрюють. Послушайте, Лавров дает интервью какому-то знаменитому журналисту. Это было там пару месяцев назад. Американец. Да. И тот его спрашивает, типа, откуда вообще вот что-то типа, вопрос был, звучал как, откуда вы взяли, что в Украине живут националисты? Вообще, почему? И Лавров в качестве аргумента ему говорит, вы просто поедьте в Киев и пройдитесь по Крещатику и заговорите по-русски. Да. И увидите, что с вами сделают. Сидят десятки миллионов украинцев, из которых все понимают по-русски, почти все разговаривают. Для половины в ту или иную сторону это вообще родной язык. Сотнями ходят, тысячами по Крещатику, говорят по-русски и ничего. Для них это не аргумент. Вот я своим... Был вопрос, как там наши друзья-юмористы. Я им поначалу, в начале полномасштабного вторжения, всегда говорил, ну вы же, блядь, были в Киеве, сука, сколько раз. Вы же ходили по Крещатику. Вы же, блядь, заходили в кафе, кушали, пили кофе. Вы всегда говорили по-русски. Хоть когда-то для вас это было проблемой. Знаете, что в ответ? Молчат. Молчат, стыдливо прячут глазки. При этом там позвякивает что-то. Это, я думаю, скрепы. Ну, то есть это, ну, нет, вот, скрепы, это блядь, невозможно, скрепы невозможно абсолютной логикой людей, которые были свидетелями того, что у нас этого нет. Даже их сейчас невозможно убедить, что этого действительно нет. Они в какой-то, вы знаете, как по щелчку. Был нормальный человек. Прекрасно общался, был вменяем, был абсолютно логичен. И вдруг в какой-то момент все. Ты, вибачте, я хочу сказати, дивись, ну, я розумію, страшно казати це десь, ну, стороннім людям, так? Або виходити там на площу і казати, страшно, можна зробити тюремний там срок і так далі. Але в такій розмові, тет-а-тет, по захищеному там Вайберу чи так далі. Та кількість людей, які зі мною працювали тут, або зі мною працювали там, та кількість людей, які були тут, заробляли гроші. Той же самий Півцов, той же самий Безруков. Здивував мене Сергій Гармаш, який визвався їхати в Херсон відновлювати театр. Ти розумієш? Українець. І ці всі люди були тут, працювали, заробляли гроші, спілкувалися, ходили по вулицях. І ти з ними розмовляєш, і ти кажеш, ну невже ти зі мною працював, і ти вважаєш, що я фашист, що ми самі себе вбиваємо і так далі, і так далі. Ну, як ти кажеш, або мовчать, або кажуть, ну не все так однозначно. В 21 веці неізвісно, як пройде цей процес. Процесс именно, ну, я не знаю, покаяния, назовем это так. Потому что в Германии после Второй мировой войны пересечных немцев, которые тоже, моя хата с краю, сидели по своим городкам, никого не трогали, где-то там идет война и все такое прочее, их приводили насильно в кинотеатры и врубали военную хронику. И после, только после этого до них начинал доходить весь тот ужас, который принесла война. Здесь, пожалуйста, есть интернет, входи, смотри, анализируй. Нет, вы сами, это все ваше, грады ваши, руки связывали ваши, это не трупы, это актеры загримированы и так далее. То есть это стена. Маленький пример, не буду говорить с кем, ну, близкий человек мне, там,
который меня убеждает, говорит какую-то новость. Я говорю, ну как, ну елы-палы, ну бля, ну неужели ты продолжаешь смотреть это телевидение ваше долбанное? Нет, нет, я не смотрю наше телевидение, я смотрю только интернет. Легкая пауза. Но нам сказали, что если бы мы не напали, вы бы на нас напали. Бля, все. Ты не смотришь телевидение. Ну понятно. То есть это вот, ну, увы. Первое разочарование было через где-то месяц после 24 числа, когда я понял, что бесполезно рассказывать, бесполезно убеждать, бесполезно бить себя копытом в грудь и говорить, ну мне поверьте, ну вы же меня знаете, поверьте, бесполезно. Некоторые отзвонились, обозначили позицию, спасибо им большое. Остальные бесполезно. Бачиш, це, ну, якщо говорити про тих людей, з якими там працювали, якими якісь мали відносини чисто по професії. Але страшно, ну, розчаруватися не в цих людях, а в рідні. В братах, сестрах, дядьках, син мати і пішло-поїхало. Коли вони довіряють телевізору пропаганді сильніше, ніж словам, ну, рідної крові. Якщо виступає Соловйов перед школярами і каже, не тому, що ми краще всіх живемо, і не один із слухачів не встає і не каже, де ми краще живемо. Бачиш, вони дуже, дуже нормально, як ти кажеш, як ті глисти в сраці, знаєш, вони… В резиновій попі, треба говорити. Так, да, в резиновій попі. Вони окреслили своє життя, і вони в ньому існують. Вони, їм в ньому комфортно, зручно, тепло, сухо і так далі. Ну от, якщо вони в ньому там існують, будь ласка, не вилазьте, блядь, з нього там і існуйте, не трогайте других, пожалуйста. Ну, бачиш, сильно дуже дратує, коли у сусіда урожай в городі. Це да. Коли ти сидиш, я тобі скажу, що цікавий такий момент, бо я думаю, що він відомий всім. Я ж їздив багато там по гастролях і так далі. І коли якийсь такий посьолочок, скажімо, такий більш-менш якийсь там, ми заїжджали, і так ідеш, тут там ти ног похилився, тут і раптом. Раптом двір, квіточки, ти кажеш, а живе. Ну, самая популярная фраза орка, которая открывает обычную дверь деревянного туалета. Конкретно называю Андреевка, Макаровский район. А там унитаз. Не дырка, а просто унитаз. Да, под унитазом ведро стоит, которое меняется и так далее. Но там унитаз. Фраза у всех была одна и та же. Нихуя себе. Унитаз, нихуя себе. Андреевка, школа. Мало того, что они там понасирали в каждом кабинете, директор к ним приходил и говорил, ребят, ну уже выберите один кабинет и там срите. Нет. Во дворе есть то, нет, не пойдем там. Опасно. Опасно, да. Уходили, спиздили все. Попиздили электрочайники, все. Но зарядные подставки не взяли. Мы просто вот фотографировали и снимали хуево гора зарядных подставок. Чайника ни одного. Бля. Теперь врубаем фантазию, как они это. На плиту, бля, газ. Он расплавился, бля, да что за хуйня. Да, не работает. Да. Давайте, бля, вообще. Хуй, блин. Правильно мы. Да. Что это такое? We'll be right back.